сидящих в зале, всех тех, чья роль особая, всегда мы это знали. Кто сильное свое плечо для хрупких подставляет, всех тех, кто родину хранит и нас оберегает. Всех тех, кто может защитить сестру, подругу, маму, кто может младшего простить, помочь несчастье славы. Нам не страшны любые непогоды, есть у родной страны надежный щит. На страже мира, счастья и свободы солдат российской армии стоит. Сегодня наш праздник посвящается Дню защитника Отечества. Испокон веков мужчины не только защищали земли от чужеземцев, но и были опорой семьи, добывали пищу, оберегали быт и покой домашних. Мужчина всегда должен быть сильным, мужественным, способным защитить свою семью и родину, вне зависимости от того, военный он или нет. Каждый мужчина, будь он морской офицер или инженер, бизнесмен или учитель, ученый, школьник или студент, он защитник. Почему День защитника Отечества отмечается 23 февраля? В начале 1918 года, воспользовавшись сложным положением, в котором находилась наша страна, германские войска начали наступление на Советскую Россию. Возникла реальная угроза российской столицы Петрограду. Была создана новая армия, Красная армия. Она дала отпор агрессору. Началом широкого формирования отрядов Красной армии 23 февраля 1918 года. Этот день объявили праздником, Днем Красной Армии. В 1946 году, поскольку Красную Армию переименовали в Советскую, праздник, соответственно, получил название День Советской Армии. Сейчас этот праздник именуется Днем Защитника Отечества. Для приветственного слова на сцену приглашается директор нашего колледжа Леонид Владимирович Грубинов. Сегодня поздравляю 23 февраля только мужчин. Вот. Но если вспомнить те года, когда вся страна вставала на защиту Родины, то защищали только мужчин и женщин. Поэтому я буду говорить просто. День защитника Отечества. Я всех поздравляю. В этот праздник обычно желаю здоровья, благополучия, семейного и так далее. Я хочу вам пожелать одного, чтобы вот этот героизм, который человек проявляет в трудной ситуации, нам с вами и нашему будущему поколению никогда в жизни не пригодился. Чтобы над нами было всегда мирное небо, всегда мирная ситуация. Пусть там зубы, как говорят, до корней сочат, но Россия была, Россия есть, Россия будет стоять. С праздником вас всех! Спасибо, Леонид Владимирович. Дорогие мужчины, для вас поет Казаченко Софья. Thank you.
Yeah.
Добра! Кругом! Ну-ка, Сенька, посмотри на лучшее наших рекордсменов. Не готов еще идти в армию, ты Сенька. Я солдат, и солдат, и у меня под глазами мешки, я сам не вижу.
победы. Итак, вопросы. Первый вопрос. Что общего между деревьями и винтовкой? Ствол. Вопрос второй. Чьи это слова? Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Невский. Вопрос третий. Как называется подросток, изучающий морское дело? Юнга. Вопрос четвертый. Как называются наплечные знаки в русской армии и флоте? Погоны или эполеты. Вопрос пятый. Как называли свои войны в Древней Руси? Богатыри. Вопрос шестой. Солдатские носки. Портянки. Вопрос седьмой. Весточка за гражданка. Письмо. Вопрос восьмой. Чьи это слова? Тяжело в учении, легко в бою. Суворов. Вопрос девятый. Кто это? Не бог, не царь, а слушаться нельзя. Командир. Вопрос десятый. Солдатский дом. Казарма. Вопрос одиннадцатый. Царица полей. Пехота. Вопрос двенадцатый. Праздничное движение войск и военных. Парад. Вопрос тринадцатый. В нее призывают и от нее гасят. Армия. Вопрос четырнадцатый. Утренняя команда. Подъем. Вопрос пятнадцатый. Маскировка предметом путем окраски полосами и пятнами. Камуфляж. Вопрос шестнадцатый. Как называются огнетушители? ОКП-10. Огнетушитель химический первый. И ОУ-5. Огнетушитель углекислотный. Служит для тушения любых видов пожаров. Вопрос 17. Назовите военную профессию человека, посылающего и принимающего информацию по рации. Радист. Вопрос 18. Какой боевой снаряд может уместиться в карман? Граната. Вопрос 19. О ком в армии говорят, что они ошибаются один раз в жизни? О саперах. Вопрос 20. Как называется армейское взыскание требованием выполнить определенную работу? Наряд вне очереди. Ну что же, пока жюри подводит итоги, мы переходим во второй этап. Второй этап. Бег в мешках. Приглашаются все команды на сцену. Итак, правила задания. Прыжками в мешке продвигайтесь по залу до конца. Назад без мешка. Передать мешок следующему. Выигрывает та команда, которая быстрее справится с заданием. Итак, на старт. Thank you.
Жюри учитывает скорость, правильность и аккуратность перевязки головы. На старт. Внимание. Марш. Противоположно.
кружку возвращается обратно, затем второй, затем третий возвращается обратно. Учитывается скорость чистки, толщина шкурки, полнота очистки. Последний участник предоставляет свою работу жюри. Thank you.
хочу сказать, что очень скучаю. Хочу скорее тебя увидеть, обнять и поцеловать. Армейская жизнь сложна без тебя. Армейская жизнь сложна без тебя. А так мужчине она не сложна. Каждый день одна рутина. Люблю, скучаю, и я скоро буду. Привет, моя дорогая Даша. У меня все хорошо. Научился чистить картошку, бегать в мешке. Службу нет потихоньку. До денег осталось всего 364 дня. Дашина хороший мужик. Очень скучаю по тебе. Дождись меня и сразу в ЗАГС. Все время думаю о тебе. Вызвал на батарею твое имя, и мне дали заряд у него очередь. Это твой Леша. Правда, они написали? Итак, мы переходим в восьмой этап. Тревога. Покажет, кто хорошо потренировался. Примером для солдат является их командир. Приглашаем по одному капитану из команды. Итак, капитан команды должен по сигналу подбежать к стулу, на котором лежит им защита, и быстро ее одеть. Побеждает та команда, командир которой за меньшее время правильно наденет форму. За правильностью выполнения задания фиксирует преподаватель УБШ Сирота Владимир Алексеевич. Thank you.
последнему этапу – разборка и сборка автоматов. В этом конкурсе участвует вся команда. Столы поставьте, пожалуйста, на сцену. Ребят, не спите. Барс. Один участник разбирает автомат, следующий собирает, третий разбирает и побеждает команда с наименьшим временем. Штрафуется неправильный порядок разборки, сборки и незакрепленные детали. Штраф 1 балл. Правильное исполнение задания фиксирует преподаватель ОБЖ сирота Владимир Алексеевич. Стоп. Пока мать. Значит, хочу объяснить жюри, дело в том, что здесь непрофессиональные военные столы, поэтому будет 20 деталей. Поэтому я допускаю, разрешаю, чтобы кто-то из команды помогал поднимать с них. А время, кто будет поднимать? 5, 5. Здесь почему 10? Внимание! Пола разборки автомата приступит. Do 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 do
представляется членом жюри Дубинову Леониду Владимировичу. Я больше председателем жюри не буду. Очень тяжело. Я пройдусь по красному этапу, поэтому скажу, растений до близкого нет. Баксы 10 ответов, команда Патриоты 8. Бег пешка. Да. Бег пешка. Получается, команда Баксы выиграла, поэтому мы ставим 1 балл, Патриоты 0. Санитарки боится бою. Баксы были первые, но я не уверен, что вас, ваш раненый выживет. Почему? Потому что правильнее наложили вот сидит ветеринар, вместо молоточка, правильнее наложили патриоты. Поэтому вам 4 балла за скорость, 5 за правильность. Одевание противогаза. Баксы 4, патриоты 5. Упал, отжался. Баксы 2 балла, патриоты 1 балл. Валерий Иванович, я поставил почему считал. Вы смотрели, кто последний, я вот считал. 46 раз в общей сложности. Я выполнил на зарядке делаю 14. Вот. Наряд при очереди. Чистка картошки. Патриоты. Баксы 5. Патриоты 4. Чуть больше. Но и какие-то вы не экономите. Сколько толстовато у вас. А для солдата главное. Письма. Значит, максимальное количество баллов 5 мы поставили патриотам. Вам уже 3 балла. Все-таки исходили из того, какое письмо и чувство выражает к тому, кого вы оставили на гражданку, а отражает реальные армии. Вы просто очень нет. Нет, это вам, у них там оказалось время. Вот. Поэтому мы поставили вам 5 баллов, вам 3 балла. Тревога одинаково, по 4 балла. Разборка и сборка автомата. Хотите таким образом? 9 конкурсов, 8 конкурсов посчитали, оказалось 33 балла у одной и другой команды. Определялись победители последним. Вы все видите, последний выиграла Баксы, поэтому у вас 38, у вас 37. Да. Но в данном случае хочу просто вам сказать, что Эльфи победила так всегда играть дружбу, потому что 1 балл это не разница от балла, и то, что студенты показали, они в принципе готовы служить в армии не только технически, но и морально с точки зрения, какие письма они будут писать своим подругам. Вы в письмах не жалуетесь, что тяжело, а они отражают то, что сутки прошли, они уже на батарее писали имя любимой девушки и так далее. Все. Так что всех поздравляю. Команды, там получается вот такие
праздничные пироги. Пожалуйста. Получается памятные грамоты. Федорину Владиславу. Соколову Владимиру. Черкову Ивану. Богину Илье. Назарову Алексею. Спасибо всем, до новых встреч!